Указом президента Российской Федерации 2017 год объявлен годом экологии. Главная задача его проведения – привлечение внимания общества к вопросам экологического развития Российской Федерации. В рамках нашей внутренней политики экология была и, безусловно, останется одной из важнейших составляющих всей нашей работы. Мы должны будущим поколениям оставить процветающую в этом смысле, в смысле экологии, страну. 9 июня в медицинском колледже прошла практическая экологическая конференция «Как я могу сделать планету чище», приуроченная ко Дню эколога. Всемирный день защиты окружающей природной среды – это не зря всемирный. От общих усилий зависит, как мы будем жить на этой земле. Для нас, педагогов университета федерального, очень важно – чтобы в век потребления наши студенты понимали, что потреблять, в том числе плоды природы, красоты, свежести, чистоты, это легче всего. А как сохранить, как отдавать? Отдавать свою заботу, чтобы менее загрязненный был воздух, вода, почва. Как отдавать людям, которые вместе участвуют в очищении от мусора, от отходов этой земли, как присоединяться в совместных акциях и беречь, и заботиться о своей земле. И это очень важно для наших, я думаю, студентов. Студенты медицинского колледжа посмотрели фильм, посвященный экологии, и представили свои доклады в рамках этой темы. В моем докладе будет все подробно описано, а вот лично мой вклад – это, я думаю, посадить деревья, тот же сбор мусора, субботники, разные такие же мероприятия по охране окружающего среда. Этот мир – это будущее для наших детей, для наших внуков. В нем им жить, им расти. И хотелось бы, чтобы он остался чистым, красивым, таким, каким он есть. День эколога или Всемирный день охраны окружающей среды отмечается 5 июня. Основной целью этого праздника выступает стремление разбудить в людях желание заботиться об окружающей среде.